Всем привет! Всем привет! Всем привет! Всем! Привет зрителям канала Gifted! С вами Алина Фрадина. Я фитнес-тренер, выступаю в категории фитнес-бикини. И сегодня мы проведем убийственную тренировку на ягодичную мышцу и на проблемный участок, на пресс. Начнем? С детства родители меня отдали в фигурное катание. Начала свою спортивную карьеру с 4 лет, каталась в одиночном катании, потом перешла в спортивные пары, в дальнейшем отработала 12 лет в театре на льду. Однажды, проходя мимо специализированного магазина для фигуристов, я увидела необычные ролики, решила их купить, нашла свои старые заброшенные ботинки, прикрепила к ним эти ролики и начала пробовать. И вы знаете, на этих роликах можно выполнять абсолютно любые элементы из фигурного катания. Так как наша тренировка убийственная, нам надо как следует подготовиться к ней. Делаем классические приседания. Дополнительный вес мы не будем устанавливать. Нужно это нам просто для некого разогрева. Исходное положение. Таз назад. В пояснички у нас прогиб. Локти направлены назад. Лопаточки сведены. Смотрим перед собой. Поехали. Выдох. При подъеме удерживаем коленочки. Они не должны заходить в центр. Делаем 10 приседаний. 9, 10. Хорошо. Мы делаем один разминочный подход без дополнительного веса. И 3 основных. Для этого нам нужно взять диски по 5 килограмм. Устанавливаем. И делаем еще полноценных 3 подхода. Итак, мы сделали базовое упражнение, и теперь мы переходим к самой убийственной части наших ягодиц. Берем 2 диска, по 5 и по 10 килограмм, и идем на гиперэкстензию. Итак, сейчас мы будем делать упражнение на гиперэкстензии, будем делать на ягодичную мышцу, поэтому подъем корпуса у нас идет с круглой спиной. Очень важно в этом упражнении зажимать ягодицы, и в момент опускания корпуса мы целиком расслабляем ягодицу, растягивая тем самым мышцы. Берем блинчик 5 килограмм, фиксируемся, прижимаем его к себе. Спина у нас расслаблена, поясничка отдыхает, работает только задняя поверхность, бицепс бедра и ягодичная мышца. При подъеме мы делаем выдох. Делаем 20 таких повторений. Берем блинчик 10 килограмм, усложняем наше упражнение. Выполняем все то же самое, 15 повторений. Начнем убивать ягодицу
Сейчас мы еще усложняем это упражнение. Будем делать гиперэкстензию с круглой спиной на ягодицу по одной ноге, используя блин в 10 килограмм. Нам осталось еще сделать таких же убийственных два подхода. Мне очень понравилось фигурное катание на роликах, и однажды случилось так, что меня пригласили в театр, в котором я сейчас катаюсь, принимаю участие в спектакле, совмещая с основной своей работой, работой в фитнес-клубе. Так, мы сейчас будем делать отведение ноги достаточно оригинальным способом. Делаем по 12 раз. Наша задача, помимо того, что мы отводим ногу, еще и приседать на опорной ноге. Делаем мы 12 раз. И дальше просто добиваем обычным отведением ноги назад. И то же самое делаем с другой ноги. Двенадцать усложненных. И добиваем. Отлично. Переходим к следующему упражнению. Упражнение называется «Свечка». Мы фиксируемся на римской скамье. Поднимаем ноги и выводим их наверх. Итак, мы сделали 20 подъемов в свечку, отдыхаем 30 секунд и повторяем все заново. Таких у нас с вами 3 круга. We'll be right back.
сейчас будем делать подпрыгивание на степ-платформу. Делать мы будем 12 прыжков. Миксовать будем с прессом. Начнем? В этом упражнении очень важно садиться в самый низ. Ноги должны быть мягкие. Когда мы выпрыгиваем на платформу, мы принимаем исходное положение. Пожалуйста, за техникой выполнения этого упражнения. Очень важно, чтобы поясничка у нас не выгибалась. Мы прокачиваем пресс, поэтому работает только пресс. Мы выполнили с вами 20 повторений. Дальше у нас перерыв 30 секунд. Опять переходим на прыжки. Делаем таких 3 круга. Итак, наша тренировка подходит к логическому завершению. Нам осталось проработать бицепс бедра и низ ягодичной мышцы. К сожалению, я не нашла здесь тренажера для того, чтобы выполнить упражнение на бицепс бедра, поэтому пришлось использовать подручные средства. Посмотрим, что из этого получится. Стараемся максимально не упираться на бодибар. Стараемся выполнять упражнения за счет напряжения бицепса бедра. Поясничку стараемся максимально не выгибать. В общем-то, получилось очень даже неплохо. Переходим на следующее упражнение. Закрепляемся корпусом к подушке. Упор идет на локтях. Поднимаем ноги наверх. Завершающий комплекс достаточно сложный, но нужно потерпеть. После этого упражнения мы делаем 30 секунд перерыв и повторяем еще 2 круга. Итак, мы закончили нашу тренировку. С вами была Алина Фрадина. Подписывайтесь на канал You Gifted, ставьте лайки и до новых встреч!